Приветствую вас на моем канале. Очень давно я не снимала, соскучилась. Закончилась у нас зима, прошли праздники, прекрасный Новый год, который мы очень хорошо отметили в кругу семьи, с родителями, с доченькой. Родители уехали в Казахстан, чтобы уладить свои кое-какие дела. Но мы надеемся, что они в ближайшее время вернутся и останутся с нами уже навсегда. Наступила весна, мы ее очень долго ждали. Весна в Санкт-Петербурге всегда долгожданная. Мы с сестрой в этом году решили печь пасхальную выпечку. Впереди у нас праздник 9 мая. Обязательно пойдем гулять по городу. В этом году, к сожалению, не будет бессмертного полка, но праздник не отменяется. Мы обязательно его будем праздновать. А дальше лето. Прекрасное, замечательное в Санкт-Петербурге оно. Будем гулять. Буду снимать видео, постараюсь. И, конечно же, буду брать вас с собой. Всем привет! Вот мы сегодня на площади Восстания. Хотим прогуляться по городу. Сегодня праздник у нас 9 мая. Город, конечно, украшен. Красиво. Прошел парад. Мы посмотрели парад в Москве. Вот такая красота и прекрасная, замечательная погода. Конечно же, беру вас с собой на прогулку. Очень много людей. Смотри, весь Невский проспект. Музыка играет. Музыка военных лет. Катюша только что играла. Очень много народу. Ну, я думаю, все направляются на Дворцовую площадь. Сейчас там в 2 часа начнется концерт. Очень красиво украшен Невский проспект. Вот такая Манюшка, которая ждет Ванюшку. Очень хорошо то, что играет музыка. Мы идем по Невскому проспекту. До Дворцовой хотим дойти. Очень жарко. Даже я бы сказала. Ну, ветерочек. Раз уж шли мимо, решили зайти в магазин купцов Елисеевых. Ну и здесь не раз были. Я снимала даже там. У меня есть видео.
красиво, атмосферно, дорого. Ну, тут можно, здесь мини-кафе, такое маленькое кафе, можно посидеть, кофе попить с вкусняшками. Ну, вот так он выглядит снаружи, наверняка вы все видели. Вот у этого шара нужно загадывать желание. Его нужно крутить и загадывать желание. Котик Елисей. Тоже можно закидывать монетки и загадывать желание. Хорошая погода, красивый город. Слушали новости о войне вот с этого репродуктора. Благо, что сейчас играет музыка, и все радуются. Зашли мы в пышечную, отстояли вот такую очередь. Кстати, прошло, в принципе, 15 минут прошло. Добыли пышки. Здесь только за наличку. Но мы обналичили там уже внутри, если вдруг мир не без добрых людей, поэтому как-то так. Ну, будем трескать сейчас пышки. Вот такие пышечки. Вот такие вкусняшечки. Маме очень понравились. А тебе как? Ну ладно, я проглядывай. Снимать. Да. Вкусные? Ну они такие, на баурсаки похожи? Вкусные. На баурсаки похожи? Не похожи. Мама тоже сказала, что на баурсаки не похожи, более нежные, да. Ну, естественно, сладкие. Oh,
туч гремели канонады, шли консультеры на врага, под Одессой, Минском, Сталинградом. Гармошка фронтовая, подруга боевая, дошла ты до Берлина, от Бреста и Москвы. В ангашках не робела, пожары не сгорела, и песню свою спела в победные мисты. Гармошка фронтовая, ты снова видишь сны, где боль, где смерть и горе, где радость той весны, где плачет медсестричка от счастья, что жива, что мы победили, что кончилась война. Гармошка фронтовая, подруга боевая, прошла ты до Берлина, от Бреста и Москвы. В огнёшках не ровела, в пожарах не сгорела, и песню свою спела. Течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь.